Привет, друзья! Очередное видео на моем канале, и я бы сегодня хотел поговорить о теме внимания, концентрации внимания. Дело в том, что многие люди, выполняя техники энергодыхания, они чаще всего отмечают в своем опыте, что они засыпают, не хватает концентрации внимания на каких-то точках, внимание плавает, мысли уводит куда-то в сторону от процесса. И на самом деле тема именно концентрации внимания достаточно важная, потому что вообще внимание – это, по сути, свойство нашего сознания. Мы единственные существа на Земле, которые могут концентрировать внимание и удерживать его нужное количество нам времени на каком-то предмете, объекте, процессе. Мы можем через свое собственное внимание, например, управлять дыханием. Мы можем в данный момент о чем-то подумать, и мы сконцентрируемся на какой-то задаче. Да? Хотя, думая о какой-то задаче, при хорошей концентрации внимания мы можем даже не замечать окружающие события там, или предметы и так далее. То есть именно свойство концентрации нашего внимания – это очень важный фактор нашей жизни. И то, на чем концентрируется наше внимание, это, по сути, создает нашу реальность. Если, например, вы уделяете внимание свое какому-то проекту очень тщательно, скрупулезно, очень вдумчиво этим проектом занимаетесь, и делаете это с хорошей концентрацией, ни на что не отвлекаясь, то в любом случае этот проект будет успешный, потому что даже если есть какие-то ошибки в проекте, то из-за того, что вы внимательно к нему относитесь, или даже там, в отношениях также внимание важно, то все ошибки в проекте или какие-то проблемы в отношениях, они будут устраняться, потому что вы достаточно хорошо уделяете данному проекту или отношениям свое внимание. Так вот, в техниках дыхания это важнейший элемент, и мы сегодня о нем поговорим. Я расскажу вам пару простых техник управления и усиления концентрации своего внимания. Вот прямо сейчас вы можете сконцентрировать свое внимание на дыхании. Вот попробуйте обратить внимание на то, как дышит ваше тело сейчас. Оно дышит автоматически. Вы, скорее всего, не задаете параметры вдоха, параметры выдоха. Просто понаблюдайте, как сейчас у вас происходит процесс дыхания. В таком вот режиме, в котором вы сейчас находитесь. То есть вы видите, чувствуете вдох. Даже у меня слово вы видите. Потому что если я концентрирую внимание на своем дыхании, то у меня сразу же появляются картинки, образы того, как мои легкие дышат, как набирается кислород в легкие, как потом происходит выдох. Понаблюдайте за этим. То есть свойства нашего внимания позволяют нам обращать на какой-то элемент в мире, концентрировать внимание на этом элементе, либо процессе, и отбирать нужные нам элементы и процессы из этого мира, то, что нам интересно. Вот это просто магия, это практически волшебство живого сознания. Теперь техника. Друзья, у нас основных три канала восприятия. Я в такой простейшей форме вам расскажу, как это происходит, как работать с вниманием. Первый, самый важный, это зрительный канал восприятия, в который к нам поступает практически 98% информации. Мы видим этот мир. И одна из практик, самых таких популярных практик, это концентрация внимания на точке или на кончике пламени свечи. Допустим, вы берете перед собой свечку,
И вы можете зажечь любую свечу и перед собой поставить где-то на расстоянии, ну, где-то на расстоянии вытянутой руки. И вот, когда вы зажгли свечку, вам нужно смотреть на кончик пламени свечи. Кончик будет двигаться. Но нужно, не отрывая глаз, смотреть на кончик пламени свечи и концентрировать там внимание. Концентрировать внимание и стараться отслеживать свои мысли, которые будут уводить вас от этого кончика. То есть вы, как только обратили внимание на то, что, ну, как только мысли зашли в сознание, они вас будут отводить. Практика должна в себя, ну, по времени где-то включать 20 минут и больше. То есть более 20 минут, ну, от 20 минут нужно будет смотреть. Это прям серьезно для некоторых людей будет. Но нужно будет смотреть от 20 минут. И здесь важно, что вы концентрируете внимание на кончике пламени свечи, и любой увод мыслей с пламени вы отслеживаете и возвращаете обратно на пламя. Потому что я могу смотреть на свечку и вам рассказывать какую-то информацию. Но мое внимание, оно сейчас не на свечке, хотя я на нее смотрю. Мое внимание сейчас на материале, который я вам хочу донести. А взгляд может быть на свече. И вот эти свойства нашего внимания, они поддаются усилению. То есть мы тем самым этой практикой усиливаем концентрацию внимания. Так, чтобы мысли не отвлекали нас от концентрации на свече. Это визуальная концентрация. То есть мы задействуем визуальный предмет для того, чтобы зафиксировать на нем внимание и максимальное время удерживать эту концентрацию на предмете. Это первое. Это практика именно концентрации внимания. Она самая простая. Теперь, если вы делаете практики на фокус, то нужно также это разбавлять практиками расфокусировки внимания. То есть, если я сейчас смотрю в камеру, но при этом всем взгляд-то фиксирован в камере, но я сейчас смотрю широко, я сейчас вижу полностью панораму, что за камерой, лампы вижу, ноутбук, свечку вижу, вот этот цветок вижу, кусты эти, да, столб тут вижу, кухню сзади вижу. В общем, я максимально расфокусировал внимание и стараюсь зрительно охватить полностью все. Это практика на расфокусировку внимания. И их нужно чередовать. То есть фокус внимания минут 20, и потом через какое-то время этого же дня вы садитесь и созерцаете. То есть это практика созерцания, когда вы расфокусировали взгляд и смотрите в никуда, но вы это делаете осознанно. А то мне некоторые говорят, что я, говорит, очень часто смотрю в никуда, у меня нет мысли. Ну, это ты делаешь неосознанно. Но здесь нужно именно ваше участие, ваше осознанное участие в этой практике. И задача дойти до часа концентрации на предмете и часа в расфокусированном состоянии. Это первое. То есть мы здесь работаем только с визуальным каналом. То есть мы визуально фиксируем взгляд и на этом объекте концентрируемся. И визуально расфокусируем взгляд и ни на чем стараемся не концентрироваться. Есть еще второй канал. Это аудиоканал, звуковое восприятие. Сейчас вы слышите мой голос, и он сейчас один в эфире. То есть мой голос один в эфире, и все. Но когда вы выходите в город или идете по парку, то в парке очень много голосов и звуков разных, непонятных, да, то есть мы даже можем, ну, не понимать, что за звуки.
шорохи, птицы, люди, велосипеды, там какие-то машины где-то вдали ездят, шелест ветра, там, не знаю, деревья, там еще что-то. В общем, множество звуков. И здесь тоже нужно отрабатывать концентрацию внимания. Например, вы должны отобрать вашим вниманием какой-то один звук, например, пение птицы какой-то одной из вот этого большого количества какофонии звуков, и удерживать только на голосе этой птицы свое внимание, и ничего больше в эфир не включать. Вы концентрируетесь на звуковой дорожке, на одной. Я на своих семинарах отрабатываю эти практики в группе. Мы включаем трек на компьютере в колонках, потому что мы в зале практикуем шум города. И там много-много разных звуков. Там дорожек 20 разных. И каждый участник семинара концентрирует внимание только на какой-то одной дорожке, на каком-то одном звуке, игнорируя все остальные. И мы делаем практику около 20 минут. А потом происходит смена практики на расфокусировку по звукам. То есть включаем опять какофонию, много разных звуков, шум города, там дорожек 20, и задача просто слушать все одновременно. То есть полностью весь этот винегрет воспринимать одновременно, ни на чем, ни на каком звуке, не концентрируясь и не перебрасывая внимания. Тем самым мы будем тренировать способность концентрации нашего внимания на звуковом мире, на аудиомире, аудиальном. И третий канал, третий мир, скажем так, это кинестетика, наши ощущения, тактильные ощущения в теле. Вот как мы сейчас чувствуем тело свое. Сейчас можете прям за компьютером или за телефоном, кто на чем смотрит это видео, сделать данную практику. Вот попробуйте сконцентрировать свое внимание на кончике носа, вот здесь. Вот прям сконцентрируйтесь на кончике носа. Вот, многие из вас почувствуют некие ощущения в этой области. И это концентрация внимания на каких-то частях тела. Вы можете там концентрироваться на пальце, можете концентрировать внимание на межбровной зоне, можете концентрировать внимание на области горла там, или на лопатке на левой, или на левом мизинце. И здесь задача удерживать также концентрацию внимания на какой-то части тела. И отрабатывать это на разных частях тела и развивать эту способность именно на уровне кинестетики. Это что касаемо концентрации. А расфокусировка внимания должна быть, практика должна делаться таким образом, что нужно воспринимать все тело целиком, полностью целиком. Все клетки вы начинаете чувствовать. Ваше внимание распределяется полностью по всему телу. И вот эти три области, визуальный, аудиальный, кинестетическое восприятие, тренировка внимания именно в трех модальностях обеспечивает очень мощную концентрацию внимания на материале, который вы изучаете, на речи, которую вы говорите своему собеседнику, оппоненту. Если вы выступаете публично, это очень вам поможет сконцентрироваться на материале, который вам нужно выдать сейчас в публике, в зале, рассказать от начала до конца, никуда не уходя в сторону. И вы избавитесь от огромной путаницы в своей жизни и от разных отвлекающих факторов, потому что мы сейчас живем во время больших, мощных информационных потоков. Они очень искусно захватывают наше внимание. Вы сами это прекрасно замечаете. И борьба за внимание сейчас ведется просто лютая, потому что корпорации, компании, разные люди, реклама, рекламщики, применяются психологические методы для того, чтобы захватить максимально большую аудиторию и захватить все внимание этой аудитории на себя. Поэтому, друзья, тренируйте свое внимание, тем самым вы тренируете свою осознанность в данный момент. Увидимся в следующем видео. Пока!